Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Николя Анри Тардье. Французский гравер на меди, выдающийся мастер репродукционной гравюры. Известен своими гравюрами по живописным оригиналам Антуана Вато, родоначальник большой семьи французских художников-гравер. Я пользуюсь Википедией. Предки Николая Анри Тардье были граверами по металлу и ювелирами. Родился художник 18 января 1674 года. Парижа. Был сыном торговца, его отец был котельщик, как его два младших брата. Возможно, художник использовал обрезки меди из мастерской своего отца для своих ранних гравюр. Был учеником Пьера Лепотра, рисовальщика, орнаменталиста и гравера Жерара Адрана и Бенуа Адрана. Тардье женился на Луизе Франсуазе Авелин, дочери Жанна Авелина и родственнице гравера Пьера Авелина. Жена умерла 18 ноября 1708 года. В 1712 Тардье женился на Марии Ан Хортемельс. Вторая жена художника происходила из семьи, в которой также были художники-гравюры, и она тоже занималась гравированием. Все в этой семье учились друг у друга. Мари была одной из трех дочерей голландского книготорговца Даниэля Хортемельс. Ее сестра Луиза Мадлен Хортемельс занималась репродукционной гравюрой. Вышла замуж за Шарля Николя Кошена младшего, гравера короля Людовика XV. Как один из лучших учеников Жерара Адрана, Тардье был принят в члены королевства Академии живописи и скульптуры за портрет герцога де Отена, гравированный с оригинала Гиацинта Риго. 29 ноября 1720 года он получил звание гравера короля. Умер художник 27 января 1749 года. У него остались брат и сын. Николя Анри Тардье прославился тем, что разработал новую, свободную, живописную, смешанную технику афорта и резцовой гравюры, достигая необычайной глубины тона. Под руководством Адрана он гравировал серию «Побед Александра Македонского» с картин Шарля Лебрена. Как одному из самых выдающихся граверов своего времени, Тардье было поручено создание гравюр для нескольких крупных королевских изданий. Он выполнял гравюры для кабинета Кроза в Версальской галерее. Более 200 композиций по рисункам и картинам Антуана Вато было награвировано усилиями нескольких мастеров, включая Тардье, и изданы в нескольких альбомах, получивших название «Сборник Жульена». Вот так вкратце из перевода на Википедии о французском гравюре на меди Николя Анри Тардье. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.